Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства «Хакасия». Сегодня у нас в гостях министр природных ресурсов и экологии «Хакасия» Сергей Орехов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день, телезрители, читатели, слушатели. Сергей Николаевич, во многих СМИ ходят упорные слухи, что вы подали в отставку, что со дня на день вас уволят, при этом в суде находится дело, направленное прокуратурой о вашем снятии. Вот как обстоят дела на самом деле? Расскажите. На самом деле слухи о моей отставке верны 50 на 50. Я действительно подавал заявление об отставке, но сегодня, ввиду последних событий, которые произошли текущей ночью, я это заявление официально отозвал, и поэтому теперь решение должен принять губернатор. Мы с ним встретимся, проговорим, если мои аргументы он услышит, примет, значит, мы будем двигаться дальше. А что произошло сегодня ночью? Сегодня ночью, на самом деле, такое, знаете, дежавю 90-х или 80-х. Сегодня, по сути, произошел попытка рейдерского захвата государственного учреждения Леса Хакасии, когда задерживались без законных оснований людьми, которые не имеют на это должностных полномочий, транспорт, люди, когда они помещались на территорию Узбюрлессервиса. Люди целую ночь там сидели голодные, холодные. В итоге пришлось обращаться в дежурные части МВД России, МВД Хакасии, вызывать туда опергруппу, чтобы они разобрались. Этот транспорт был отпущен, был разгружен туда, куда должен был следовать. Они везли лес с лесосейки, который вырабатывают по государственному заданию, отторгованную в соответствии с действующим законодательством. Но, как оказалось, у нас тут есть своя кущевка в Узбюре, где там пару человек решили, что они управляют полностью лесными потоками, по сути, всей Хакасии. Ситуация такая очень детективная, и замешаны там и замминистра, и руководитель Узбюрлессервиса, и замначальника отдела, и мой заместитель губернатора. Я думаю, оценку действия дадут правоохранительные органы, которые этой ситуацией теперь будут заниматься. То есть сотрудники полиции, прибывшие на место, и следователи, я так понимаю, сейчас знают уже всю цепочку, которая пыталась сделать рейдерский захват, и по сути это, наверное, как раз те черные лесорубы, можно сказать, о которых мы много говорим. Я думаю, что сейчас правоохранительные органы в этом разбираются, и вот в такой ситуации я посчитал для себя неприемлемым оставить людей, поэтому отозвал заявление. Мы эту ситуацию будем все-таки доводить до логического завершения, и закон на территории Республики Хакасия, особенно в лесной отрасли, все-таки должен существовать. То, что касается там судебного заседания, о моем назначении, не назначении, давайте подождем решения суда, а потом будем обсуждать уже. Я приму в этих заседаниях участие, дальше будем комментировать и смотреть. Там очень много моментов, которые я сам хочу прояснить и для себя, и для законодательного, и для федеральных органов. Поэтому там тоже все интересно. Спасибо большое за комментарий. Будем ждать новостей. Спасибо вам, до свидания.